Салют, сегодня суббота, сегодня у нас сбирпонг, разрешили в заведениях находиться. И мы, естественно, не потеряли возможность и решили провести тусовочку. Вот ребята устанавливают, ну, вот эти крутилочки, микрофончики, колоночки и, естественно, свет. I'm G Mercedes Benz, yeah. Она смакует мой член, yeah. Это подруга мой стенд. Так, в принципе, короче, начали играть потихоньку. Вот такая обстановка сейчас здесь. Ну что, вначале всегда хуёво, а к 12 вроде расходятся. Вот ребята здесь, Костик, что ты, смузи покупаешь, да? Красава. Она не понимает мой сленг. Еще 2 недели еду в тур. В голове магазином полон пуль. Мы с пацанами убьем каждое шоу. Столько миллионов, все похоже на сюр. Салам алейкум, муцы. Что за движение сегодня, суету наводим или как? Эй, ты кого снимаешь? Вацук, прекращай такие движения. Убирай, убирай. Меня снимать не надо. Я трахнул, сука, чтоб отомстить бывший. Я такой пиздатый, что ты удивишься. Северный сайт, но мы коннект в Орвихе. Твоя малышка. Вас, как и тебя, в принципе. Я же человек. Серьезно? Да. Я человек. Какой человек стоит тут? Wi-Fi здесь бывает. Чего ты? Теперь лучше, друзья. Ну да, есть. Салют, народ! Мы сегодня во Френсе, вот с ребятами делаем небольшую вечеринку. По идее, она должна была быть закрытой, но посмотрим, сколько народу припиздится. Будет бирпонг здесь, люди будут кидать шарики в пиво, а потом, собственно, его, блядь, и пить. Еще есть кикер. Мы тоже кое-что веселое придумали с кикером. За каждый гол люди должны будут выпивать по стакану, ну, команда. За мной бар. И вот здесь вот такая будет крутая танцевальная площадка. Yeah, come on. Вот такая вот вечеринка. Там развивается свой манекен. Нельзя. Фу. Раздеваем? Нет, нельзя.